Дорогие друзья, я не могу не заснять еще одну сцену. Это моментальная переориентация народа Божьего. Изменение тактики молниеносно. Слава Иисусу Христу. Только что мы были там, сейчас уже мгновенно передвинулись в другое место, в тенек, и занимаемся другой работой. Распаковкой с коробков и упаковкой в кулечки. А также дальше несем их в машины. Моментальная переориентация. Этому учит нас Господь. Слава Иисусу Христу. Люди, которые готовятся к будущим чудесам, к будущим телепортациям во имя дела Божьего. Посмотрите, процесс налажен. Сначала идет подготовка кулечков. Затем в книги укладываются брошюрки с пригласительными. Затем они упаковываются. А затем они относятся специально обученными людьми, которые обучаются просто, мгновенно и молниеносно. Слава Богу за все. Бог руководитель всех этих процессов. Присоединяйтесь, дорогие. Великая борьба в каждый дом набирает обороты, ибо времени уже осталось очень мало. Слава Иисусу Христу, дорогие друзья. Говоришь Откровение 14 глава с 6 по 12 стих сегодня в действии. Вот оно, трехангельская весть сегодня набирает обороты. Город Славута. И дальше продолжаться будет завоевание Ханаана. Толя, Сереж, ты должен говорить, что это Украина, потому что смотрите другие страны. Да, мне подсказывают здесь, что это Украина. Но это же происходит и в других странах, как реформация происходила во всем мире, независимо друг от друга, руководимая Богом, единым Богом. Так и это сейчас происходит. Так что здесь приветы передаем всем странам. Участвуют даже дети. Все. Слава за все нашему Богу. Аминь.